Зима – это время чудес. В канун Нового года все желания имеют особую силу. Ну, как вы? Пинается. Наверное, футболистом будет. Пап, может, мы с тобой еще на футбол сходим? Смотри, какой стадион красивый. Сынок, не в этот раз. Уже зима, футболисты в отпуске. В следующий раз обязательно приедем летом и сходим. И даже если появляются препятствия, сломалась машина без причин по пути на долгожданную новогоднюю елку или срочно нужно менять планы, важно помнить, что волшебство совсем рядом. И надежда на лучшее обязательно себя оправдает. Сломались? А порой одно небольшое доброе дело по отношению к окружающим способно привести к большим переменам и неожиданным знакомствам, сделать мир чуточку светлее и добрее. Новый год – еще и время радости, новых планов и особой атмосферы. Для взрослых, которые в душе не перестали быть детьми и сохранили удивительный дар верить в чудеса, открывается целый мир волнующих событий и впечатлений. О, привет! Рад тебя видеть. Пришел навестить? Пришел поздравить друзей. Праздничное настроение можно создать собственными руками и подарить важным для вас людям исполнение желания, чтобы для всех близких моменты стали яркими и незабываемыми. Ты чего грустишь? Я хотел увидеть настоящую елку в Москве. У вас тут ее нету. Ну как же нету? А ну пойдем. Но она же у вас совсем не нарядная. В Новый год все верят в сказку, особенно дети. Для них чудеса кроются в самом малом. И чем больше радости мы им дарим, тем больше волшебства замечаем сами. Сыграем? Сыграем! Эмоции, которые мы испытываем в Новый год, по-настоящему согревают наши сердца и наполняют их теплом. Пусть в вашей жизни останется место для сказки.